Наша цивилизация предлагает много паллиативов, помогающих людям не осознавать своего одиночества. Во-первых, строгий шаблон бюрократизированного, механизированного труда, который помогает людям оставаться вне осознания своих самых основных человеческих желаний. Поскольку один этот шаблон не справляется с задачей, человек пытается преодолеть неосознанное отчаяние при помощи шаблона развлечений, пассивного потребления звуков и зрелищ, предлагаемых развлекательной индустрией, а также удовлетворение от покупки новых вещей и скорой замены их другими. Современный человек действительно близок к картине Хаксли, описанной в его прекрасном новом мире. Хорошо накормленный, хорошо одетый, сексуально удовлетворенный, но не обладающий собственным «я», не имеющий никаких, кроме самых поверхностных, контактов со своими ближними, направляемые лозунгами, которые Хаксли сформулировал так кратко. «Кто страсти любит, тот общество губит». Или «Никогда не откладывай на завтра развлечения, которое можно получить сегодня». Или как коронный принцип, теперь каждый счастлив. Человеческое счастье сегодня состоит в том, чтобы развлекаться. Развлекаться – это значит получать удовольствие от употребления и потребления товаров, зрелищ, пищи, напитков, сигарет, людей, лекций, книг, кинокартин. Все потребляется, все поглощается. Мир – это один большой предмет нашего аппетита, большое яблоко, большая бутылка, большая грудь. Мы – сосунки, вечно чего-то ждущие, вечно на что-то надеющиеся и вечно разочарованные.